Как настроение? Хорошее. С утра поработали, вот теперь на конференции. Позади 5 лет напряженной работы в областном парламенте 5-го созыва. Позади процедура предварительного голосования, которая определила новые лица в оренбургской политике. Например, таких, как олимпийский призер Александр Доброскок. А всего более 2/3 кандидатов – те, кто впервые идут на выборы. Из 99 человек, которых будет выдвигать партия «Единая Россия», большое количество новых людей, новых лиц. И именно благодаря этой процедуре мы эти лица увидели. Лишь 28 человек – это депутаты, которые работали в том или ином созыве законодательного собрания. И опытных политиков, таких как Олег Димов, Александр Куниловский, Александр Трубников, и тех, кто впервые идут на выборы, объединяет самое главное – доверие людей и профессионализм. Это люди дела и люди слова. Сегодня есть запрос именно на профессионалов, на людей, которые могли бы в это сложное экономическое время принимать такие взвешенные решения. Я так думаю, что та цель, которую поставила «Единая Россия» на профессионализм, на повышение уровня профессионализма во всех сферах, она на сегодняшний день весьма правильная. Итог конференции подвел губернатор Юрий Берг. Ведь на нем, возглавляющем региональный список, лежит огромная ответственность за ту программу, которую придется воплощать в жизнь. И здесь губернатор предостерег коллег от пустых обещаний, напомнив, что «Единая Россия» – партия реальных дел. Никакого популизма. Дали слово – держите. Пообещали – выполняйте. Мы не имеем права подрывать доверие к партии, к институтам власти. Помните, от каждого из вас зависит авторитет государства. Теперь задача победить на выборах в единый день голосования 18 сентября, чтобы отстаивать интересы оренбуржцев. Мы надеемся, что сегодня та команда, которую партия представит на конференции, которую конференция изберет, покажет достойный результат и сможет достойно нести почетное звание депутата Оренбургской области. Михаил Белов, Владимир Семенов. Наше время.